Всем привет, это Игорь Фтисаги, сейчас буду снимать видео, я не знаю чего, да, это не шутка, это совсем, мне не звонил ни телепузик сейчас, ни сельфейс, ни фиксик вообще не звонил, и вообще-то все остались, но я хотел уже что-то снять другое видео. Не знаю, может, я... Можете посмотреть видео, я уже скинул. Просто часть стрим. Вот, обходишь этого дебила. Вот, а сейчас я займусь что-то. Или вообще-то как? Вот. Вообще-то. Чего? Это не смешно. Двымич. Вот, видите, картины. Но его номер почему-то странный. Номер странный. И тут котейки все намазано. Вот он, Дим Димыч. На самом деле, неправильно кто-то написал. Это не Дим Димыч, а Двымич. Я не знаю, почему его так назвали. Вы его видели персонажа Дим Димыча? А это не Двы Дымыч. Вы Дымыч не существует он в мультфильме. Это какой-то... И он ему звонил, его код. Но его номер странный. Это что, добрый персонаж или что ли? Давайте ответим. Что? Что за приколы? Это все? Это все что-то было? Почему он не отвечает? Почему? Почему я слышу, как он листает, а потом издает звуки? Он что-то сказал? Я не знаю, он человеческим что не может сказать он. О, я не знаю, что мне. Если хотите ему позвонить, позвоните. Только аккуратно, это может что-то он сделать с вами. Я не знаю. Двымич какой-то. Я не знаю, что мне сделать. Ну, короче. Мне хотелось еще позвонить, но я его сбросил. Ну что ж, поставьте лайк, подпишись на мой канал. С вами был Дисаги Игорь. До скорых встреч. Пока-пока-пока. До свидания.